Ребята, всем привет! Это наш второй летсплей на Sims 4. Сегодня мы будем с вами строить нашей замечательной необычной семье домик. Наконец-то я так долго этого ждала. Нам нужно выбрать городок, в котором мы будем жить в данной игре. У меня есть замечательный город, но можем уселиться только в два города. Один у нас просто как туристический город, куда мы сможем с вами отправляться. Просто город, где мы можем делать покупки, приобретать что-то в магазине, а два остальных города мы можем в них жить, можем в них играть. Скорее всего, я поселюсь в Оазис Спрингс. И поскольку я хочу строить дом сама, значит, мы выкупаем с вами участок, только нам нужно выбрать именно где. Ну и давайте вот здесь прям домик-то и купим себе, точнее, землю. Итак, давайте приступим к постройке нашего дома. Так, он будет стоять. Сейчас мы этот почтовый наш ящик переместим вот сюда. Ну давайте, в принципе, вообще удалим, потом поставим новый лучше. Итак, давайте начнем постройку. Честно говоря, я не знаю, что я еще хочу. Ну, давайте пока будем ставить стены. Сразу огородим пространство, которое у нас пойдет под домик наш. Собираюсь я его строить двух, может быть, трехэтажный даже. Да, так я жадная прям. Так, давайте разделим здесь, какие у нас будут комнаты. Здесь я хочу сделать террасу. Так, здесь у нас будет, давайте, его личный кабинет. Далее здесь будет вот так вот гостиная, наверное, но ее мы огородим, ну точнее кухня. И это будет все вот так вот гостиная. Здесь у нас будет все для праздников таких. И вот здесь давайте мы сделаем небольшой туалет, а то мало ли кому приспичит, собственно. И до второго этажа он не добежит. Угу. И давайте строить второй этаж. Знаете, что я предлагаю? Прикольно. Давайте у нас будет на втором этаже спальни. Я думаю, сделать нам три спальни. Да. Это будет взрослая спальня. Затем будут идти две детские спальни. Ведь у нас же будут потом детки. Значит, нам нужна и спальня для них. Вот так и сойдет. Здесь у нас будут всякие развлекательные штукенции. И здесь у нас будет все огорожено. Вот, вот такой вот замечательный забор. Ой, по-моему, мило. Здесь мы поставим лестницу со второго этажа. Розовенькие. Ну, такие маленькие, еще кусты. Ничего, такие прикольные, в принципе. Давайте поставим так симметрично возле дома. Сначала хочу почему-то заняться террасой очень сильно. Гриль будет у нас стоять здесь. Вот так по периметру сделаем фонарики, чтобы мы вечером могли здесь сидеть и наслаждаться красотой неба. Кушать вкусные шашлычки. Давайте фонтанчик поставим вот сюда посерединке. Точно? Красота какая. О, прикольно. Давайте такой необычный почтовый ящик поставим. Мы же даже пришельцы дома ходят, а мы что, не можем поставить себе такой почтовый ящик? Раз, два. И нам надо поставить какой-нибудь переносной холодильничек. Давайте, отсюда мы будем брать напитки вкусные. И давайте поставим какую-нибудь такую красивейшую лавочку, чтобы можно было сидеть и наслаждаться вот этим красивым видом. Давайте сделаем дверь. Классную какую-нибудь, красивую прям. Давайте сделаем так вот вдоль того, как прийти в наш дом, нужно пройти будет вот этот вот небольшой лабиринтик такой красивый, чтобы сочетался с нашим вторым этажом. Вот, по-моему, красиво. Или давайте сделаем их цветочком. Вот так, да. Можно деревце какое-нибудь маленькое. Ого, маленькое. Нифига себе, я посадила деревце маленькое. Так. Ну, дайте мне маленькое, Костя, пожалуйста. Вот. А с цветочками нет?
Да, о, давайте слона поставим, пожалуйста. Он такой милый. Круто. А это кто? Лама. Ну, можно, в принципе, и ламу поставить, только вот с этой стороны. Как-то он мне не нравится, этот почтовый ящик. Давайте его уберем, пожалуйста. Блин, поскольку это дом нашей мечты, я решила его немножечко поменять. Это просто шикарный дом моей мечты, можно так сказать. Посмотрите, какой у меня будет здесь фонтан. Два фонтана. Симметрично вот так будет у входа стоять. Домик у меня красно-бежево-белый. Вот здесь у меня будет лесенка на парадном входе. Также тут балкончики, такие с цветочками красивыми. И теперь нам с вами надо будет обустроить сейчас комнатки. Это будет верандочка. Здесь будут наши творческие дети у нас рисовать. Я так думаю. Обустроим давайте его комнату. Сделаем какие-нибудь такие обоечки красивые. И знаете, что мне очень нравится в моем дополнении? Что здесь есть вот такие вот как иконки, которые над силами светятся. Это разные лампы, которые можно включать и выключать. И они будут отвечать за определенное настроение или успех в какой-нибудь работе. Лампу, блестящую карьеру. И будем ее включать. Давайте наверху сделаем такую штуку. И будем там всех фотографировать. Я, правда, так еще ни разу в жизни не делала, но надо будет попробовать. О, у меня лестницы пропали, прикинь. Вот наш кабинетик миленький готов. Такой вот милашка у нас получился. Теперь займемся ванной комнатой и вот этой большой-большой гостиной. Вот такую ванну мне захотелось сделать. Это ванна из стилизованных комнат. Просто купить такую комнатку и немножечко ее подделать, переделать. И приступим к нашей гостиной. Я хочу над ней очень хорошо поработать, так что вернемся к ней, когда я ее уже сделаю. Так, ребята, я сейчас доделала только что гостиную. И вот такая красота у меня получилась. Смотрите, это кухня, которая плавно перетекает из барной стоечки в гостиную такую, в которой минимализм преобладает, я так бы сказала. Здесь у нас стоит такая вот барная стоечка. Здесь мы можем посмотреть телевизор, послушать музыку и поиграть на нашей милой гитаре. Теперь мы будем делать с вами спальни и комнату для развлечений. Сначала мы займемся взрослой спальней. Я хочу посмотреть на стилизованные спаленки, потому что именно они мне очень нравятся. Они такие классные там. Вот, красная спальня нам как раз прям кстати, потому что, ну, у нас же красный дом. Вот, ну, пусть такие у нас будут окна, и кровать мы чуть ближе подвинем. И нужны нам еще тумбочки будут, я думаю. Вот такие вот классненькие.
надеюсь, они нам не будут мешать, чтобы мы прошли. Ну, нет. И давайте сделаем две детские. Они должны быть у нас идентичными, чтобы дети у нас не ссорились, какая комната чья будет лучше. Вот и пока что с детскими мы закончим, потому что мы еще не знаем, какими делами будут у нас, чем будут заниматься наши детки. И приступим к комнате развлечений. Она у нас будет вот такая вот нескончаемая, без огорода. Вот и поставим тут дерево, которое можно будет стричь. Прикольно так. Также можно поставить сюда же столярный станочек. Вот сюда в угол мы поставим рояль. А какого цвета они могут? Беговую дорожку и вот такой вот какой-то непонятный тренажер. А мольберт мы поставим вот сюда на террасу. Осталось нам купить только два стульчика каких-нибудь вот таких красивых, чтобы нам в шахматы можно было играть. И все, в принципе, наш с вами домик готов. Он просто шикарный у нас получился. И я надеюсь, что вам моя задумка как-то понравилась. Я, честно, очень старалась. Так что мы будем заселять наших прекрасных героев, нашу вот эту прекрасную инопланетяшку и ее нового друга в наш замечательный домик. Спасибо большое вам за просмотр. Будьте индивидуальны, оставайтесь собой. И всем пока-пока. До следующего летсплея.